Вредные выбросы от автомобилей составляют 97% загрязнения атмосферы в городе. Окиси углерода и азота опасны для здоровья человека. В Сочи на лечение и отдых приезжают люди со всей страны. Вместо свежего морского воздуха порой вынуждены дышать выхлопными газами. Сократить количество вредных выбросов вполне возможно. Модифицированный биокатализатор топлива «Энвиротап» способен не только решить эту проблему, но и уменьшить затраты автовладельцев. Катализатор горения топлива, он усовершенствованный, прошел не одну стадию модификации. И мы проверили его на общественном транспорте в городе Сочи на базе ООО «Транссервис 6». Результаты показали то, что экономический эффект достигает до 20%, порядка 20%. А это говорит о том, что на каждые 100 рублей, вложенные в продукт, предприятие получает от 600 до 1200 рублей экономической выгоды. Это просто очень выгодно. Упала дымность, выровнялась работа двигателя. Водители стали обращать внимание на то, что машина стала меньше, расход топлива упал. По итогам испытаний биокатализатора предприятие решило использовать его на всем транспорте, который у нас есть. Действие «Энвиротапс» было проверено и Центром метрологии и испытаний. Результаты исследований показали, что снижение дымности составляет более чем 60%. Эти данные подтверждены документально. На сочинском рынке продукт появился в прошлом году. Многие водители его уже приобрели и оценили качество. Увеличение мощности автомобиля и продление его срока службы отмечают и автослесари. С первого бака уже доволен, потому что машина стала резвее работать, стала лучше ездить. Если мы теперь этот катализатор добавляем в камеру сгорания, то процесс горения происходит полностью. Мы имеем повышенную мощность, мы имеем чистый воздух. Мы уделяем особое внимание, большие требования ко всем видам продукции, которые предлагаем нашим клиентам. Спрос растет ежедневно, и мы увеличиваем объемы продаж данного продукта. Ну, он и нам нравится тоже. Дистрибьюторский центр в Сочи компании Green Food Global вошел в состав торгово-промышленной палаты города. Сейчас готовится официальное предложение к властям, руководителям предприятий, общественных и политических организаций. Цель – обратить внимание всех сочинских автовладельцев и автопарков на проект, который создан ради сохранения экологии курорта. Контактный телефон 237-33-14. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.